Если хотите назначать встречи своим людям в Клоаках, лучше ходите в Мехико. В Мехико? Спасибо. Это был хитрый кабак Мюллера. В нем работала контрразведка. Штирлиц знал это от Шелленберга. Был издан специальный циркуляр, запрещавший посещать этот кабак членам партии и военным. Поэтому наивные говоруны считали там себя в полнейшей безопасности, не предполагая, что каждый столик прослушивался гестапо.